Картовидно, да? И проверь теперь авто turn on off и режим. Все, оставь его просто на режим записи. Скажи, проверяем запись. Я думаю, зачем говорить? Я думаю, что вообще звук убрать. Я напишу лучше. Потому что с моим разговором они не поймут. А звук можно убрать из кадра? Смотрите, что мама купила. Какие бабочки. Магнитики. Смотрите, не такой бутерный будет. Я пока попью водички. А попью, конечно, водички. Ну, надо смотреть, через сколько. Ну, не будьте смешать, да? Водички. Катюша, тоже у нас бабочка есть. Прикольно, да? Да, и я вся бабочка. Давайте таблеточки. Для животика очень полезно. Что надо грызть? Как хочешь грызть, не хочешь. Бери руку-то зачем? Он завис. Вот, еще я тебе говорю. Вот такую сложную технику надо покупать на месте. Кит, глотай. Что? Вот. Видно мой палец? Так это водой запивай. А видно, что он завис. Попади еще рукой, покажи, что он не показывает. Пей водичку. Он не снимает все, но он завис. Венелька, да. Ты же любишь песочек. Все, хватит. Перезагружаем сейчас. Давай еще. Я думаю, что этого хватит. Как у монстра. И теперь заново идет запись, да? Угу. Я думаю, что хватит. Я думаю, что этого Подожди. Хватит. Подожди. Нет? Почему? Ну, просто звук. Там он еще перезагружается. Тут много звуков. Сейчас мы просто звук удалим и я напишу просто, что сначала проверяем с настройки. Пока работает, да. Посмотри, папа. Ой, какой чего. Зато животик болеть не будет. Губки помой, иди посмотри в зеркало, у тебя губки здесь грязные.
сколько, через сколько он зависает. В прошлый раз завис через минуту 08. Пока еще работает. Пока подожди, еще работает. Сначала одну скушай, подожди, посмотри. Зелененькую. Работает еще пока. Ну, там хаотично, я тебе говорю. Какая мне попадет булка? Хорошо. Сейчас. Можно ко мне ножик? Зависит. Ну все.